Сегодня хотел бы вас познакомить с островом Садиат, который предпочитают все локалы и, в принципе, все, кто живут в арабском мире, считают этот пляж самым красивым. Арабские Мальдивы, welcome! Ну а для тех, кто любит искусство, за моей спиной находится музей Лувр, аналог которому представлен во Франции. Помимо него строится музей шейха Заида, который будет рассказывать о королевской семье и, в принципе, истории становления Арабских Эмиратов. Также будет третий музей, который будет называться Гугенхайм, аналог которому представлен в Нью-Йорке. Четвертым же музеем станет музей естественных наук, который будет нам рассказывать о истории становления всего человечества. Так что, если вы хотите просветиться культурно и духовно, то вам наверняка стоит посетить Садиат. Ну а для того, чтобы вы окончательно определились в Дубае или Абу-Даби, я хотел бы вам внести еще немного изюминки. Площадь трех религий, на которой будет располагаться синагога, храм, мечеть. Большой торговый центр, который обойдет Яс Молл. Четыре музея, о которых я вам ранее уже сказал, это все вы найдете на острове Садиат. Welcome! У меня к тебе один единственный вопрос. А какую разницу ты видишь между Абу-Даби и Дубаем? Абу-Даби более семейный, более такой компактный, и тут улицы устроены более прямо. То есть кварталами все идет удобно очень. В Абу-Даби куча кольцевых дорог и так далее. Как бы сложно. А вот если бы ты выбирал место для жизни, это был бы Дубай или Абу-Даби? Скорее всего. Абу-Даби. Ответ очевиден. Очень часто одним из ключевых аспектов для покупки жилья либо переезда в определенную страну у людей является эта религиозная составляющая. В данном же случае остров Садиат вместе с Абу-Даби и со всем арабским миром предоставляет нам максимальную конфессию, показывая это на личном примере. Храм, синагога, мечеть, которая позволяет собрать здесь все конфессии со всего мира. Все еще задаетесь вопросом, в какой стране учиться, как сдать ЕГЭ и куда поступить? В Объединенных Арабских Эмиратах, в Абу-Даби есть на это ответ. Сорбонна – лучший французский университет. UAE – лучший университет Америки, который позволяет вам получить дипломы именно здесь, американского и французского образца. Также есть школа музыкального училища, которая позволяет вам получить высшее музыкальное образование и стать претендентом на Грэмми. Ну а в целом, подводя итог нашего маленького путешествия, хочется отметить, что и Садиат, и Яс Айленд – это все-таки часть одного большого эмирата под названием Абу-Даби, в котором вы можете приобрести недвижимость по определенным условиям. Всего 5% первоначальный взнос. В отличие от Дубая, в Абу-Даби налог на покупку недвижимости всего 2%. Также перепродажу недвижимости вы можете осуществить при наличии 20% оплаты. Самое ключевое здесь, что благодаря инфраструктуре, которая уже развита на этих двух маленьких островах, вы получаете абсолютно гарантированный прирост в виде минимальных 15% в год.